даешь итальянскую пиццу и пасту карбонара. Повара из 150 стран съехались в Милан на международную выставку «Экспо-2015». Они представят национальные блюда, уникальные рецепты и обсудят насущные вопросы о том, как накормить все население Земли здоровой пищей и при этом не нанести ущерб природе. Важнейшая тема для обсуждения – как сделать так, чтобы еда была доступна для всего населения планеты. Примерно 30-35% продукции питания, которая производится в мире, выбрасываются. Один из главных вопросов – как сделать так, чтобы излишки продуктов питания не выбрасывались и не растрачивались попусту. С 1 мая пригородные районы Милана превратились в выставочный город площадью более 1 000 000 квадратных метров. Здесь будет представлена и российская делегация. Войдут ли в ее состав самарцы, пока неизвестно. День русской кухни назначен на 10 июня. Посетить «Экспо-2015» смогут порядка 20 миллионов человек. Для жителей Самары, которые не смогут съездить в Милан и отведать настоящей национальной кухни, представители консульства планируют провести 2-дневный гастрономический фестиваль здесь. Поскольку Италия – одна из стран, кухню которой чаще всего пародируют, люди получат возможность, наконец, попробовать блюдо в оригинальном исполнении. Не китайский пармезан, а настоящий. Еще один важный вопрос, который затронут на Экспо-2015 – эмбарго, которое ввела Россия на продукты из Европы. Итальянцы шутят – пармезан должен быть вне политики. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События.